Сегодня в Кировском, Ленинском и в части Свердловского района на 10 дней отключили горячую воду. Энергетики проводят плановый ремонт на Красноярской ТЭЦ-1. Они заменят запорную арматуру и устранят поломки после гидравлических испытаний. Поступать обратно в квартиры горячая вода начнет 19 июля. Однако наиболее удаленные от ТЭЦ-1 дома получат ее в последнюю очередь. Окончательно восстановить водоснабжение обещают 20 июля.